Не всем артистам удастся праздник провести с семьей. Декабрь для звезд является самым напряженным месяцем в году. Постоянные съемки для праздничных передач, концерты, участие в светских раутах. С таким графиком порой даже просто оказаться дома и провести с родными пару часов очень сложно. Уже считанные часы остаются до Нового года. Одни артисты встретят этот праздник с семьей, а другие будут на работе. Дмитрий Харатьян признался, что примкнет к тем, кто в новогоднюю ночь работает. «Вот уже третий год я встречаю Новый год на работе, в прямом эфире в качестве ведущего. Так что отмечать этот праздник буду не только со всей Москвой, но и со всей страной», — поделился актер. Он отметил, что уже отработав, отправится к своей семье. Харатьян также добавил, что у него дома стоит три елки, одна на лужайке, другая в столовой, а третья в гостиной. Деревья все искусственные, поэтому обычно стоят весь январь. Главным праздничным блюдом у Дмитрия будет индейка, которую готовит его жена Марина. А вот Иван Охлобыстин, у которого подрастают два сына и четыре дочки, с недавних пор перестал испытывать чувство восторга от Нового года. Посидели, поняли, что в силу возраста вернуть его не можем, и решили так: 31 числа мы ходим в церковь, рассказал актер. По его словам, к 10 вечера он уже будет в храме, где начнется литургия, а в полночь Охлобыстин вместе с супругой Оксаной пройдет обряд причащения. После этого они отправятся домой. Актер признался, что обычно по возвращению домой позволяет себе выпить глинтвейна, кагер с водой, об этом сообщают «Известия». Напомним, что ранее Александр Олешко рассказал корреспонденту телепрограмма про о своих планах на Новый год. Он семейный праздник предпочел справить с родными дома.